Ну вот так сразу я тебе не скажу, тут нужен подход к ситуации. А погоди немного, вторая линия. Да. Какой волк? А, серый, здорово. Я тут по обмену попал в чужой лес. Запутал малость, помоги выбраться. Да вы чё, блин, сговорились? Ой, ну ладно, ладно, помню. Я к тебе сейчас расходников вышлю, они тебя выведут. У нас тут санитар леса в лесу заблудился. Ассистентки, отправьте немного расходников на подмогу. Ну давай, рассказывай, что видишь. Лес? Да ладно. Ты же ориентироваться умеешь в лесу? Ну ты прикалываешься, что ли? Ты же волк. Ладно, жди расходников. Хорошо. Что делать, если вы заблудились в лесу, где нет связи, интернета, у вас разрядился смартфон и ничего под рукой нет? Но. Так, секунду. Алло, дом в лесу нашли. Отлично. Кто там? Старушка. Так, это всем известная сказка. Можешь ее съесть, если что. Сейчас еще красная шапочка подойдет с пирожками. Ну так что делать в первую очередь в лесу? Правильно. Сначала нужно просто кричать и звать на помощь. Док, я извиняюсь, тут девушка пришла, но она с молодым человеком. Говорят, тоже заблудились. Вот сидят, дом жрут. В смысле дом жрут? И расходники тоже. Вы что творите? О, а ты на этих сироток посмотри. Обожрали, набили карманы чем-то и не спасибо, не до свидания. Вот молодежь пошла, а? Ладно, двигайтесь дальше. Просто идти в одном направлении по лесу у вас никогда не получится, потому как человек поневоле ходит кругами. Если попробовать дойти с закрытыми глазами до флага в открытом поле, метров этак за 200 от вас, то вы не дойдете до него, а пойдете по кругу, хотя будете думать, что идете прямо. Да. Мы тут хостел на семерых нашли. Так это дом семеро козлят. Козлята есть? Нет, только баба мертвая лежит. Так, погоди, что-то я сразу не соображу. А, вот, вижу каких-то козлов. Они запинывают расходников. Блин, что за дичь у вас там, а? Валите оттуда! Определить в лесу, в какой стороне какая часть света, не так просто. Мох на деревьях растет только с северной стороны, как говорят большинство учебников. Но в лесу вам будет казаться, что мох растет везде и как попало. Поэтому встаете боком у дерева, руки в стороны, и выбираете какое-то дерево подальше в зоне видимости. И идете до него. Дойдя до дерева, обходите его, встаете снова к нему боком, руки в стороны, определяете следующее дерево и так далее. Так вы будете двигаться относительно прямо. Так, у нас проблема! Да что ж вы все так кричите? Ну рассказывай. Тут какое-то чудовище, круглое, желтое, с глазами пригодилось. Ну и в чем проблема? Это же колобок. Ты ему главное много говорить не давай, сразу ешь. Да как его съешь, когда он сам неплохо жрет твоих расходников? Погоди, что-то я совсем запутался. Ты мне можешь его показать? Так, давай подытожим. Пряничный домик, гном и сумасшедший колобок. Ты где-то не в наших краях? Нет, я же сказал, по обмену! Интересно, а кто у нас тогда? Ты еще жив? Да! Слушай, ты пока побегай там, я позже вернусь к тебе. Давай, я знаю, ты сможешь. Соберись, возьми себя в руки, еще подожди, ну и пока подписывайся.